тут какую-то игру нашел. Ну-ка, что это? Я тут чуть-чуть поиграл. Да, блин, оно залагало что-то. Не, что-то не то. Так, ой, так, сейчас. Ступишь по-другому. Подождите. Как тут сделать поле, я забыл. Так, ну, естественно, короче, и мы сделаем его вот такое. Вот этому медведю. О, там сопля какая-то была. Так, а как поле делать? А, вот, точно. Так, давайте поле сделаем. Так, ну тут у нас будет водичка. Тут будет босс. Хил какой-то. Пэйн. Ой, ехит. И белые фигни. Загружается и... Блин, тут босс был скрытый. Давайте будем сражаться. А вот эта игра мне нравится. Это Скотта Коутона. Все, победил его. А почему я динозабрик? Да, блин, тебя еще не хватало. Да что ты тут делаешь? Тут везде босс, что ли? Вот он. Все, я победил. Тут какие-то штуки были. Опять? Может, хватит уже боссов. Там ехид был. Да. Тут ехид же был. А почему я не там? О, что это хел какой-то. Ой, да победю я тебя, ладно. В смысле, геймовер? Короче, давайте. Босс у нас вот тут. Это надо запомнить. Ехит у нас везде в остальных. Я ж переделал. Стоп, я ж переделал. Вот другое. Босс у нас вот тут. Ехит у нас вот тут. Вот все. Что значит ехит? А ну если я сюда пойду, тут босс. Что это? Давайте вот тут по краям. Блин. А я не могу. Ладно. Тут по краям будет боссы. Тут будет водичка, чтобы искупаться. Что это? Это типа босс. О, вот это давайте. Так, меч. Какой же у меня будет меч? Такой. А сам я...
Я сопля. Вот. Так, играем. Ой, это не то. Стоп. Так, ладно, тут по краям будут боссы. Тут водичка. А я могу переделать, типа... Тут какой-то сперм. Тут хил. Загрузилось. Давайте атакуем. Блин, ну вообще игра классная. Мне понравилось. А почему у меня тут боссы нападают? Ну почему гейм овер? Давайте вот тут вот. О, давайте поплаваю так. Типа необитаемый остров сделаем. Вот тут будет такая, тут песочек. Тут черненькая. Лава. Ну и какой-то песочек. Все, play мод. Ой, атакуем на необитаемом острове. Чебурека какого-то. Это его начальные игры, как я... мне кажется. Мне боссы всякие нападают. Почему гейм овер, ребят? Напишите в комментариях. А если просто везде вода? Пить необитаемый остров сейчас. Ну, давайте флаг России попробуем сделать. Россия, священная... Нифига, реально же. Флаг России. Вау. Тут боссы встречаются. На территории России боссы. Да почему гейм-овер? Я вот не понимаю это. Вот. Ну. Что там далее готово. Ани. Далее. Так, пока накопим каких-то чебурек. Где достал? Ты что с ним надо делать? Учили, а я пока буду кликать. Блин, это кликер какой-то. Что это за сундук? Ну сколько ты там еще будешь? Чего тут ран нету?
Блин, я пипец тут, типа, профессионал. Вот тебе пупси. Победил я его на изи. Все. И что я сделал? Ай, типа умею сохраняться везде. На необитаемом острове. Да кто ты, блин? Получай. Вообще не знаю, игра какая-то фиговенькая. Ну, качество, конечно, классное, я понимаю. Но вы посмотрите на геймплей. Ну, скучновато же. Могли получше сделать, блин. В принципе, прошлые игры, которые я снимал, были получше. В ананас иди. Короче, ребят, давайте на 2 лайка будет продолжение по этой игре. Что сейчас мне больше не хочется в это играть. Короче, всем пока, с вами был Вуня. Игра вроде бы, ну, вроде бы нормальная. Ну, короче, всем пока. Сейчас добью... А, ну я проиграл. Блин. Ну, пока.